Настроение веселое, погода по-настоящему летняя и солнечная, как и сам праздник – День защиты детей, светлый и теплый. В Центральном парке города Видное 1 июня виновников торжества ждала насыщенная развлекательная программа. У нас в парке сегодня запланирована большая флешмоб-программа, конкурс рисунка на асфальте, ну и, конечно, большой концерт, где дети поздравляют своих коллег, детей, и все счастливы, радуются, куча призов, подарков. Все просто будут сегодня ликовать. Ребят встречали настоящие пираты. Сказочные герои подготовили танцевальные конкурсы, загадки и спортивные соревнования. Анастасия и Максим выступили ведущими развлекательной программы. Рассказывают, что ответственно готовились к празднику почти месяц. Это очень веселый праздник, когда для детей готовят праздники, делают им хорошо, им весело. А я буду детей, если они будут стесняться, подбадывать, там, помогать другим пиратам. Для меня это праздник очень главный, важный точнее, потому что, это я считаю, что это очень правильный праздник, потому что детей всегда нужно защищать, и все-таки взрослые в ответе за детей. Мероприятие продолжилось традиционным конкурсом рисунков на асфальте. Юные художники очень старались, аккуратно раскрашивая свои произведения. И серая площадка постепенно превращалась в разноцветный ковер с желтыми солнышками, яркими цветами и фантастическими бабочками. Нарисовал кабриолет, бабочку, елку и солнце. Нарисовал траву и небо. Я нарисовал корпус для моего корабля, корабль и цветочек. Мастер-классы и интерактивные программы привлекали мальчиков и девочек всех возрастов. Как рассказала директор видновских парков Ольга Батрак, летом жители округа ждет еще много интересных мероприятий. Конечно, у нас сейчас мы увеличиваем количество мероприятий в соответствии со стандартом и с желанием наших жителей. У нас на парковых территориях в неделю будет проводиться 68 мероприятий. Это и спортивные, и творческие, и образовательные мероприятия. Поэтому ждем всех с удовольствием, рады видеть в наших парках. Музыкальные коллективы муниципалитета подарили посетителям парка праздничный концерт. Детство – это просто особое время, которое необходимо сохранить, да, и попытаться как-то ребенку в этот момент дать все, что только можно, самое хорошее и самое доброе. То есть привить его, любить природу, любить жизнь, любить родителей. Не меньше детей радовались празднику и их родителям. Очень понравился праздник, выступление, и очень благодарна за то, что дали такую возможность детям поучаствовать в творчестве. Очень здорово. Отличный праздник. Благодарим за наших детей, что такое устроили. Весело. В этот день никто не скучал. Каждый ребенок нашел что-то интересное на празднике. Танцы понравились, соревнования. Чтобы все любили своих детей, чтобы все их защищали. С праздником! Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.